следственной частью Следственного управления ОМВД России по городу Новороссийску в отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогатель». В ходе проведения специальной операции при передаче части денежных средств в размере 50 тысяч рублей все трое подозреваемых были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В автомобиле правоохранители обнаружили полученные ими купюры. Мужчинам предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.